Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Оля Найденова, и с вами Арканум ТВ. И я нахожусь просто в невероятно потрясающем месте. Такая красота, что дух перехватывает. Это Кабардино-Балкария, Эльбрус, и я приехала сюда на места силы для практики. Каждый человек с самого своего детства имеет способности тонко чувствовать эфир на руками, ощущать у меня в руке камень. Сейчас вам покажу, как с ним работать. Интересное есть ощущение сканирования. Это астральное. Это через импульсы, сигналы по своей нервной системе проводить ощущения и считывать фантомное состояние разное из предметов, объектов, прошлого, настоящего, будущего. А есть ментальное восприятие. Люди сканируют ментально. Так вот, у каждого человека есть определенная стихия, которая определенным образом с самого детства развивается. Но, по идее, мы рождаемся со всеми стихиями. У нас есть невероятная огненная природа, это брать, делать, достигать, создавать. Это чувственная природа, это импульсы, ощущения, интуиции, ощущать и создавать внутреннее состояние, считывать его не только свое, но и других людей и пространства. Также у нас есть структура Земля, это упорядочивать, структурировать, анализировать. И также у нас есть воздух, это ментальное восприятие, это легкость, быстрота, креативность. Так вот, есть люди, которые очень сильно жалуются на тему базы финансово-материальной, также на тему изобилия. Что мне нужно сделать, какие практики, чтобы деньги приходили, приумножались, накапливались и приносили большой доход постоянно. Куда вложиться, что нужно сделать, чтобы всегда деньги приносили деньги. Это структура Земля, это энергия Земли. В первую очередь необходимо понять, что такое стихия Земля. Стихия Земля, если вы просто берете камушек, на него настраиваетесь, такая же точно структура есть в маленьком камне, и точно такая же структура есть в большой горе. Если вы берете любой камень, любую структуру, вы на нее настраиваетесь, то вы с ней начинаете знакомиться. Вы можете взять дома любой камень и начать настраиваться на него. Почувствуйте его структуру, вес, массу, почувствуйте ощущения свои. И потом перенесите некую эту структурированную решетку на себя. Но только держите внутри себя аспект изобилия, аспект денег, аспект вашей работы, вашего труда. Потому что Земля, как стихия, она вам даст почву, она вам даст прибыль, она вам даст богатство, но Земля всегда любит, чтобы ею занимались, чтобы структурировал человек себя, чтобы он трудился. Земля тех, кто не трудится, она не любит, она не одаривает таких людей. Я имею сейчас в виду то, что каждый русский человек, и вообще, мне кажется, любой человек в мире очень любит халяву. И да, есть момент, когда тебе супер везет, но по идее, если ты действительно хочешь с этой стихией повзаимодействовать, научиться ее чувствовать, ощущать, и чтобы быть с ней на «ты», тебе необходимо ее принять внутри себя в первую очередь и уйти немного из хаоса в структурированность, и это даст тебе внутреннюю и внешнюю опору. Так вот, первым делом, когда любой человек, который с самого детства на самом деле обладает экстрасенсорными способностями, тонким чувствованием, первым делом, когда вы приезжаете в природное место, в место силы, когда вы видите невероятную красоту и горы вокруг, вы просто настроитесь на это пространство и попросите: место силы, структура, стихия, Земля, прошу тебя помочь мне увидеть, где у меня, внутри меня и снаружи, в моей психике, недостает структуры, и прошу тебя, место силы, ты знаешь, как быстрым, безопасным способом из всех возможных меня наполнить. Я открываюсь тебе в данный момент, здесь и сейчас, наполнить меня силой, наполнить энергией. И вы просто открываете ладони кверху, потому что у нас в центре ладони есть входы и выходы энергии. Это каналы, вы их открываете, ладони переворачиваете и просите: место силы, прошу тебя, помоги мне настроиться на структуру в моей жизни. И когда вы медитируете хотя бы 1-2 минуты, просто тишина, наблюдаете, прислушиваетесь к себе и начинаете настраиваться, а где есть у меня структурированность, а где структурированности нету, то вы начинаете тонко понимать первым делом, что вам нужно сделать, какие действия начать делать, чтобы прийти к цели. В следующий момент вы начинаете чувствовать, какие действия уже делать не стоит. То есть вы какие-то действия делаете, к примеру, там самобичевание, или действия, встаете на работу в 5 утра, ездите, а вы понимаете, что вы любите человека, который любит вставать в 9 утра.
вы понимаете, что нужно что-то менять, но очень сильно боитесь. Но ваш организм, в первую очередь, это структура. Если вы не слушаете его, то вряд ли вы землю будете слушать. Поэтому нужно прислушиваться к себе. Я не призываю вас там откуда-то увольняться, а я призываю вас к тому, чтобы прислушаться к себе, сонастроиться с собой и объединить все свои внутренние ресурсы внутри в одно единое целое. А если вы еще имеете возможность присутствовать в прекрасном месте силы, где есть горы, либо любая вершина, то вы можете обратиться за силы, и вам дадут энергию. Само пространство, оно дышит, оно дает энергию, оно вас наполнит. Поэтому первая практика, когда вы приехали в красоту, место силы, прошу тебя, дай мне энергию на структуризацию, энергию на связь с землей внутри меня. Разворачивайте ладони и чувствуйте, как энергия проникает и вас напитывает. Попробуйте подышать сейчас. Вдох, выдох. Я — это я внутри себя. Вдох, выдох. Место силы — ты самым лучшим, быстрым и безопасным способом знаешь, как меня наполнить и структурировать. Благодарю, благодарю, благодарю. Это легкая, на первый взгляд, практика действительно в данную секунду поможет сонастроиться с прекрасным, удивительным местом силы и сделает вас обязательно миллионером. Я уверена на 100%.